север Молдавии, Единецкий район, село Карпач. Село находится прямо на границе с Евросоюзом. Примерно 1000-1200 жителей. В разные года по-разному считают. Посчитали они в 2014 году, 2004 году 1200, в 2014 1000 местных жителей. Плюс-минус 50 человек. Это залив. Речка. Ее перегородили дамбой. Течет она с села Брынзианы и села Бедражи. Новый год. Тут построили какую-то опору, видимо, для типа для креста православного или для кого-нибудь памятника. Постамент такой. Сейчас по вот этой дамбочке и по той дорожке поедем в Новые Бедражи. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч в эфире.